Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляются велосипедные кроссовки от канадской компании «Fighter». Модель данная рассчитана на езду на велосипеде. Также удобно будет в этой модели ходить по городу. Модель называется Hellcat. Hellcat от компании «Fighter». Данные кроссовочки очень прекрасные для того, чтобы ходить повседневно. Как вы видите, разные варианты в компании. Данные кроссовки идут со шнурками. Если мы будем смотреть более детально в описании, конечно, самая простая, хорошая модель с надежной шнуровкой, как все многие любят райдеры. Также идет дополнительная липучка, которая больше будет удерживать стопу за счет своей надежной широкой ленты. Липучка легко затягивается и удерживает тем самым ногу. Идет по периметру прошитая спереди нитка. Носок тем самым прошитый идет. Подошва идет с мягкой с полиэтиленовой полипропиленовой подкладки, которая идет ровной, позволяет надежно и устойчиво держать ногу на скользких каких-то неровностях, где-то в горной местности, по камням, если вы где-то прыгаете, если где-то это речка или еще какое-то место, где много скользких камней, вот эта часть будет надежна и легко удерживать вас на скользких ухабах. По городу тем самым это также будет удобно. Как вы видите, кроссовок немного гнется, удобно делает тем самым возможность ходить по городу. Ходить и кататься одновременно — это хорошо на таких кроссовках Hellcat. В описании следующее. Идет кожзам здесь, как мы видим, на носки. И вот эта часть тоже на носки идет кожзам. Только здесь уже идут отверстия, которые позволяют дышать ноге. Тем самым меньше будет потеть. Боковые части кожзаменителя идут с пластиками вот здесь вставками. Вот эти пластиковые красные вставочки позволяют увеличить срок службы элемента там, где затягивают шнурки. То есть усилие здесь, когда вы будете создавать шнурками, у вас не порвется сам материал. Внутренняя часть из ткани синтетической, достаточно надежная, которая удобна на ощупь. По периметру здесь идет усиление прорезиненной части, вот это вот, которая позволяет увеличить степень жесткости самой пятки. Пятка не сильно прогибается, она надежная. В описании также стоит следующее сказать, что у кроссовок Fighter модель Hellcat идет стелька с подставка без особых усилений, без особых усилителей. Это пена, которая легко пропускает воздух. Сама пятка прошита внутри, как мы видим. Есть здесь шов, который увеличивает срок службы самих ботинок. Вас, если заинтересовали данные кроссовки от компании Fighter, модель Hellcat, будем рады вас всегда видеть в нашем велосипедном магазине на бульваре Перова. Если заинтересовала данная модель, пишите, будем отвечать. Если заинтересовал наш YouTube канал, подписывайтесь. Постоянным клиентам гарантированы скидки. До скорых встреч!